Breaking Point изменился, нифига себе. 102 фпс на сервере 75 человек. Да, красотища. Чё, пойдем погуляем? Поиграю за героя сегодня. Надо снять с лица бандану, а то люди неправильно поймут. Вот так гораздо лучше. Теперь я хоть похож на френдли парня. Ого. Патроны щелкают прямо здесь. Есть ли у меня чем помочь? Нет, нечем. Кто бы то ни был, вряд ли он настроен дружественно, просто потому что он стреляет. Было бы чем ответить. Слушай, перестрелки везде. Походу зря я взял дружественного парня. А мне еще надо и бандитов всяких выцеливать. Таких же, как я, не стоит. Ну, я вроде посмотрел, как выглядят бандиты, и я запомнил. Спереди тоже хуярево. Куда ни пойди, туда хуярево. Как это парень не пишет, что он разрезает людей, если он рейнджер? Вот это вопрос. Иногда просто надоедает тупо убивать людей. Нужно убивать определенных людей. Плохих людей. Антибиотики, антизаражающиеся. Кажется мне. Ничего полезного. О, это зомби. Я думал, это парень в гилле. Но парни в гилле обычно так не ходят, понимаете? Ничего полезного. Блин, карту я совершенно не знаю, и сикер. Но вот здесь, видимо, проросло дерево. Не спрашивайте, откуда я это узнал. Метод дедукции. Меня тут встречает мой друг в гилле. О, это живой человек, а это рейнджер. Нет, это не живой человек. Это явно не живой человек. Тут есть мертвый бандит. О, блядь, а там человек, еще один мертвый. Я просто пойду отсюда. Он со стволом, я без. Он хочет меня? Не уверен. Да, он хочет меня, он с пистолетом. Я рейнджер, я слишком сладенький для него. О, талибаны, прикройте мои отходы, пожалуйста. Ебать, тут еще один человек со снайперской винтовкой. Что за... Йоу. Йоу, мэй. What? Morphine? No, I just respawned. I don't have anything. Смотрите, он не убил меня, блядь. Breaking Point прогрессирует, наверное. Ну, у талибанов обычно прикрыто лицо. Надо просто свалить отсюда. Доверьтесь мне, просто свалить отсюда. Ну, тут есть завод. И там бегает человек слева. Вижу его. Хотя бегает он... Не, бегает здраво. Это человек. Не могу сказать точно, кто это и что у него есть, но это человек. Быстро обшмонаем этот завод. Опа, вот что-то есть. Может быть, будет что-нибудь. Теннисный мяч не поможет. Ничего. Надо быстро подняться на второй этаж. Тоже ничего. Третий не пожаловал ничем особенным. Ладно, к тому парню не стоит идти. У меня нечем отбиться от него. Давай. Придется уходить в дальние дома. Он за мной идет, блядь. А не, он пытается зайти в эту вышку. Не знаю, видел он меня или нет. Но даже если и видел, не думаю, что я его боюсь. У него топор за спиной. Тачка. В тачке канистра с бензином пустая. Она вряд ли поедет. Ну-ка. Вот такие чемоданы. Макарыч.
это зомбак, я чуть не усилился. Ладно, в принципе, у меня уже есть Макарыч, он старый. Он вряд ли может нанести конкретный урон. Но попугать человека я уже могу. А, Хачицинг, топор еще есть. Топор можно взять на основную. Ну и патроны к нему. Компас имеется. Ебать, это новые вещи какие-то? Я таких раньше... Боже ж ты мой. 0.3 бритиш, это значит Энфилд. Энфилд берем. К нему патроны. К нему можно поставить одну оптику, но нельзя поставить другой. Эмпоинт возьму с собой. Лишние патроны всегда пригодятся. Арбалет, не думаю. Винчер тоже нет. Так, ну у нас есть Энфилд. К нему даже какой-то, блядь, старый прицел. И в него даже можно целиться. Поставлю дистанцию поближе. Так, пушку по... Я нажал H, и он у меня сел. Йоу. Окей, there's another guy. He's like Nomad. Alright. I'm chilled. Relax, mate. I'm not gonna kill you. Yo, I'm gonna give you a gun. I'm gonna give you a gun. What the f- Don't be afraid. Give it to the other guy. Other guy? No, give it to the other guy. All right. Yo, take it. There is like mackerel. Okay. Stay safe, mate. Ебать, ребята, это, кажется, дичь какая-то. Действительно, здесь уже по фракциям все пошло. Видимо, парень предатель, и он убил когда-то своего рейнджера, но я еще не настолько опытен, чтобы отличить предателя от непредателя, поэтому... Кажется, если нажать кнопку 0, пушку можно было спрятать назад вообще. О, тут было много оружия в прошлый раз, когда я проверял. Ремингтон, к нему патроны, карта есть, наконец-то. Можно посмотреть, где я нахожусь. Просто возьму свои патроны, да? И пояс. Блин, breaking point меня очень приятно удивляет. О, кушатки. Вон там носится парень с макаром, который я ему дал. Я, пожалуй, просто пойду отсюда. Так, ну сейчас мы хотя бы видим, как выглядит эта карта. И она выглядит довольно большой. И надо будет центрировать, где нахожусь я. Я нахожусь на востоке. На западе, конечно же. Около Мелины. Видимо, это была Мелина. Через шип не ставится, ну и слава богу. Сам посмотрюсь. Ладно, надо поставить кнопку зачислить оружие. Я уже, конечно, в принципе, при стволе, но ствол этот относительно такой, блядь, времен Первой мировой войны. Защитить себя от парня с автоматом я вряд ли смогу. Но ствол есть ствол. Надо пробовать пойти восточнее от Эмилины и добраться куда-нибудь в луг, там, я не знаю, но эти места очень маленькие. Вот побольше города, вот большой прям совсем, и Secret Industrial Zone. На юго-востоке. Туда бы попасть. Наверное, там играют большие мальчики. Ну, тут злой зомби. Давайте попробуем его нахуярить. О, блядь, Steam открылся. Фу, вообще без проблем. В парне ничего не было. Ну и что в нем будет? Он же глупенький. Тут у нас еще патроны и боевой метательный нож. Можно будет швырнуть кого-нибудь. Я вижу что-то огромное. Южнее меня. Индустрия. Интересно, а что? За черт побери. Почему здесь... А, это просто садик. Это яблоневый сад какой-то. Может, конечно, и не яблоневый, но... Я думаю, идти по этой зеленке приятно. Особенно, чем то, что здесь еще есть эта вилла какая-то. В которой Гомес живет. Пойдем посмотрим.
Гомес намутил. Гомес, кажется, не дома. О, зато у него пушки здесь с собой остались. Оу. Мини-обрез. Возьму на всякий случай с собой. Опять же, бакшотик. Два бинта, нормально. Один обрез оставлю. На черта мне два. Интересно, он одевается вместо пистолета? Нет, вместо основного оружия. Ну, бакшот это, по-моему, дробан. Серьезный, то есть дробан. Опа, зомби. Опять ты в сарайчике своем. Ой-ой-ой. Один как рейнджер третьего уровня. Между прочим. Я уже разбираюсь. Ну давай. Поговорим. Вот поговорили. Можно порезать зомби. Или похоронить. Давайте похороним. Похоронил. Старый Ремингтон. Просто возьму дробан. Просто возьму патроны. На уточку. Молоток, мешок цемента. Сода. Возьму, выпью прямо сейчас. Что оставлять? Прямо из пояса, где она. Ништяк? Ништяк, попили. Можно продолжать движение. Очередные великолепные домики. Тут так много природы и так мало больших мест, типа городов. Много ржавого всего. Интересно, и Seeker это, скорее всего, просто карта. Ее решили перенести, и получилось довольно неплохо. Но, в общем и целом, пустовато, конечно. О, а вон, собственно, индустриальные здания, про которые я говорил. Восточнее, надо пойти к ним. Ладно, перебежим сейчас, пока есть кусты. Опасненько. А индустриал уже начался. Надо проверить, что там еще может быть. А есть какие-то военные? А вот Airfield. Надо будет перейти и посмотреть потом. Мосты имеются? Нет. Нет моста ни одного. Дичь. Я уже слышу радостные возгласы хозяина амбара. Здорово, братан. Ебать, он неплохо зарядил мне. Нифига себе царапина. Я так понимаю, она тут надолго. Нет, не надолго. Но так больше лучше не подставляться. То есть вот так вот, раз. Смотри, вот это тоже почти поцарапал. Интересно, я могу сесть похилиться? Я просто знаю, кнопка есть похилиться. Она у меня типа даже одлбокс. Я могу его взять, по-моему, в этот. Да. Имеется в виду, могу вот так вот нажать. Нет, максимум health regeneration reached. Видите? Пишет, что по хпшке у тебя и так все в порядке, браток. Я понял. О, у нас тут золотая жила, ребят. Еще один Энфилд, еще патроны к нему. Я возьму, наверное, Энфилд. Я могу эту оптику повесить? Нет, оптику не могу. Зато я могу выбросить что-нибудь. Например, аймпоинт оставлю. АЦПшки. АЦПшки, наверное, выброшу. Пейнкиллерсы пригодятся. Возьму с собой прицел. Варминт, помню, он такой себе на самом деле. Бутылочка воды. Слышал стрельбу. Неплохо было бы посмотреть, что это за стрельба. Потому что она довольно рядом трескает. Поднимусь повыше в лесок. Да, смотрюсь. Ладно, пора отсюда сваливать, потому что ожидание не дало результатов. Никто так и не появился с той стороны, где стреляли. Думаю, он вскрылся. Что-то слышу я. Бас какой-то спереди. Не могу понять, что это на востоке. Ага. Это чину. Не знаю, с каких пор. Но, видимо, в Breaking Point появились чинуки. Будем осведомлены об этом.
Сейчас, кстати, можно глянуть на карте, где такая дорога делает извилистые. А вот она. Значит, мы где-то здесь бежим. Mafia Vase College. Скоро по дороге нам будет какой-то колледж. Вон он, кажется. Ну, это же обычная стройка. Какой же ты нахуй колледж? От колледжа еще пару километров, и мы будем уже в аэропорту. Видимо, этот колледж забыли достроить. Посмотрим, что там в центре. Не лутается, не лутается. Горы мусора. Засрано все. Странно, что стройматериалы еще не спиздили. Я бы спиздил. Конечно, нет, но... Я уверен, люди бы спиздили другие, если они бы так без присмотра лежали. Хотя, может, за ненадобностью или отсутствием людей после эпидемии. Тут уже не подняться. Попробуем с другой лестницы. Может быть, тут нам повезет. И нет, здесь нам тоже задний ход выдают. Ладно, пойдем дальше. Хотя верхние этажи выглядят соблазнительно с такими загородками. Ну да ладно. Спрашивают, если рейнджеры на аэропортах, напишу, что я в паре километров и приближаюсь. Парень видит охотника. Спрошу прямо на аэропорту. Ты офасер этот. Три парня, говорит, на аэропорту. Ну, короче, сейчас, походу, пацаны спишутся и поймут, что там лишь рейнджеры. Но чувак, кстати, скрывается. Говорит, настроен аэропорту, он спрашивает, где вы? Один чувак пишет, что я тебе не скажу, где мы. Я не хочу в тебя стрелять, чувак. Скажи мне, где охотник. Ну, у меня здесь есть скины охотники, они либо в белом, это первого уровня, потом в зеленом, потом в зеленом с разгрузкой. Камуфляжном. А вот лавы тоже все в зеленом, кроме третьего уровня, он в джинсах. Но разгрузка его выдает. У нас нет таких разгрузок у рейнджеров. Я видел одного рядом с ангарами около башни. Не башни, около барака. Сейчас подключимся к этим поискам. Кстати, здесь есть мост. Всему вот он. Вот он. И он в порядке, по нему можно переправиться вполне. Ладно, надо сконцентрироваться, мы подходим ближе. Вообще желательно тормознуть и осмотреться. Где-нибудь в ближайших деревьях, вот, например, в этой вот елке. Вообще туман конкретный. Меня видно? Ну так. В принципе, я прикрыт. Давайте посмотрим. Вход в аэропорт, в аэродром, на аэродром. В тумане хрен чё видишь, а есть какая-то дальность видимости? Не, она не влияет, это реально туман. Ни черта не видно. Присядем на жопу.
чертов Энфилд. Надеюсь, он может пробить человека. Было бы неплохо добежать туда, на самом деле, там где-нибудь пригнуться и посмотреть в разные стороны. Ладно, чё, пойдём? Всё было относительно неплохо. Брошу нож на удачу. Блин, тут можно так реально... Ну, туман, конечно, втащит, в принципе. Если кто-то ляжет тут на холмике, его хрен увидишь, пока он не будет шевелиться. Вот так вот ты ничего не видишь. Так, ну внутри под стенами уже не так все печально. Кого-то подстрелили, говорят. Вижу мертвого охотника. Но это ведь не ты его съел. Воу, полегче. Тихо. Надо быстро проверить, он живой или как. Слышь, дядя, ты жив? Нет, он мертв. Он мертв for good. Ладно. Спрячем. Опа, блядь. Нихуя. У нас тут дерзкий тип. Оу, тихо, спокойно. Очень плохо мне. Он просто убежал. Ладно, раз он убежал, значит, у меня есть время перебинтоваться, принять пейнкиллеры. Достать дрободан. Нужен морфин, говорит, пейнкиллеры неэффективны. Чувствую себя ужасно. На дуплет готов, в принципе, въебать. Присесть могу. Да, могу, и это даже лечит меня. Вывод напрашивается сам собой. Я ж ты только что убивал. Хорошо. Дабл бэрл. Присесть. Нет смысла ничего писать. Перестало быть больно. И сердце перестало стучать. Неужели я потихоньку реабилитируюсь? Вот так вот надо отдыхать, ребят. Ладно. Встать и выбежать нахуй. И потеряться. Потеряться быстро. Блять, он еле бегает все еще. Видите, как неприятно. Надо достать дробовик. На нахуй. Вот так вот, братан. Ты, может быть, и хорош нападанием с тыла, но против лома, блять, нет приема. Я почему-то подумал, что он может обойти отсюда. Может он быть один или с кем-то, этого я не знаю. Проверим, что там у тебя было. Что там было написано? To use loot remains action. Надо посмотреть, как это делать. А, может быть... Вот, а, вот, loot remains. Все правильно. Залутать остатки пацана. Посмотрим, что у него было. Нихуя себе, я его похоронил. Я выкопал этому дауну могилу. У него было М4А3. Outlaw level 2. Вот с кем мы имели дело.
переложу пока все добро отсюда туда, выброшу это говно, возьму survival. На эмку хватает места. У него даже были патроны к ней, много, между прочим. Ошибся я, когда говорил, что у него пуль нет. Ему стоило закончить то, что он начал. Хотя, они, возможно, не к эмке, а к калашу. Патрон на ремингтон, который я находил. 5 патронов на какую-то винтовку. 2 пачки. О, невероятно сильный пиздатый рюкзак. Придется взять его. Дробовик я уже никогда в жизни не выложу. Очень хорошая вещь. Активить рюкзак. Забрать все. Да, успешно, успешно сходили. Патроны, разумеется. Бакшоты сюда, сука. М-ку положить обязательно надо. Берет М9 тактикал. Давай сюда. Топор есть у меня. Outlaw level 2. Yo, I'm a ranger. Yo, what's up? There, the ranger yeah, there was a bandit. I killed him. He got me good. Huh. Here, let me add you to the group. Yo, thanks. Возьму с него бинты. Hey, join the group, man. Go guys, I will regroup with you soon, okay? Yeah, man, what's up? Good парни. He's got morphine. If you want, you can take. Antiviral, все возьму. Ну да, ребят, на этом, пожалуй, все. Я сгруппировался с пачкой ребят. Yo, come here, come here. I need a... Let me surgery kit you. Oh, okay, mate. Thanks. You need food, water, or something. Ну, не знаю, он не отвечает. Ладно, ребят, что могу сказать? Я соединился с парнями. Пожалуй, теперь могу свободно перемещаться, они меня подлечили. У нас целая огромная группа рейнджеров. Breaking Point изменился. Надеюсь, вам все понравилось. Я думаю, мы с вами увидимся еще в сериях этой игры. Доброго всем КПС, спасибо, что вы со мной. Всем пока. Закупайтесь только в shoes.pro, народ. Лучшие игры по лучшим ценам. Старина за качество. Отвечаю.